Зеленский признал Крым российским. Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в отношении Крыма и не собирается враждовать с Россией за полуостров. Фактически это означает, что Киев отказался от претензий на регион, сообщают влиятельные СМИ. Экономическое положение на Украине тяжелое, уровень жизни падает. Чтобы выправить ситуацию, лидеру незалежной придется улучшить отношения с Россией. Владимир Зеленский признал факты и сделал важный шаг для развития двусторонних отношений. Сам протянул России оливковую ветвь, пишет одно из ведущих СМИ Китая Саха.ком. Журналисты напомнили о недавнем обмене пленными, а также словах президента Владимира Путина, что россияне и украинцы – части одного народа. Кроме того, китайские корреспонденты со ссылкой на один из телеканалов «Незалежный» сообщили о совместном российско-украинском проекте по строительству газопровода на юге Крыма. На вопрос журналистов о суверенитете Крыма один из сотрудников министерства ответил, что в настоящее время полуостров находится под юрисдикцией России. Цитирует Саха.ком, портал Украина.ру. Журналисты напомнили, что в Крыму продолжают жить граждане Украины, и для их защиты Киев хочет расширять контакты с Москвой. Это дает основание предположить, что Зеленский поменял позицию по Крыму и не собирается враждовать с Россией из-за полуострова. В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина отказалась от притязаний на полуостров. Резюмирует китайское издание. Тем не менее, дружелюбных заявлений в адрес Москвы от лидера «Незалежной» пока не слышно. На недавних переговорах с главой Словакии Зеленский назвал возвращение оккупированных территорий своими основными задачами. Он выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Дочь засняли во время визита к смертельно больной Заворотнюк. Кокорин устроился на работу сразу после освобождения из тюрьмы. Россиян научили определять рак мозга. Вышедшую замуж Собчак готовит к роду. Перепуганный Лукашенко пошел на поводу у Запада. Измученная болезнью Седокова показала жуткие пятна в интимных местах. И многое другое.